Только я, братья, не сестрюни. Сегодня мы с вами познакомимся чуть поближе, потому что это ролик 10 фактов о моем теле. Готовы? Погнали! Я не особо высокий. Мой рост составляет 1,78 м, поэтому в компании друзей я всегда ниже всех. Размер — это не главное. Главное то, что внутри. А внутри у меня все хорошо. Так мне врач говорил, когда рентген делал. Врачи не врут. Вешу я 70 килограмм. И ношу 43 размер обуви. Я никогда в своей жизни ничего себе не ломал. Ну так, на всякий случай, а то мало ли. Раньше у меня был другой нос. Выглядел он примерно так. А сейчас он выглядит примерно так. Сделал я это не просто так. У меня были проблемы со здоровьем из-за старого носа, поэтому я сделал операцию. Этот факт до жопы странный. Господи, надеюсь, мы эволюционировали от обезьян. У меня очень волосатые ноги. Наверное, вот почему друзья меня называют животным. О, да. Опс. Этот ролик становится слишком сексуальным. Сейчас еще ограничения кинут. Вы ничего не видели. Это будет лайтовый факт. Мое тело очень легко загорает летом. Я в основном сижу дома, и мне хватает всего пару раз выйти на улицу летом, чтобы загореть ровно так же, как мои друзья, которые все лето были на улице. Да, Янта. На камере цветокор, поэтому он передает цвета не совсем так. А если что, я загорелый. А на камере пипецки бледный. Но я загорелый. У меня карие глаза. Единичка на двух. Отличное зрение. Очень странный факт. У меня длинные пальцы на руках. Знаете, у меня много друзьяшек, которые 1,96 м, 2 м. И у них пальцы меньше моих. Либо у них очень маленькие пальчики, либо у меня ручища. Вот не знаю. Пальтища. Ну, не в смысле пальто, а пальцы, пальтища. Я никогда не ходил к врачу, чтобы вырывать зубы. Все зубы я вырывал себе сам. По хардкору. Это было так жутко, я просто брал их руками и вырывал. Да, это жестко. У меня 2 дырки. В ухе. Вот это вот старенькое. Мне пробили до жопы низко. Я не понимаю, как так низко ее пробили. Но мне пришлось перебивать ухо вот это новенькое. И приходится ходить с этой дебильной сережкой. Ничего не могу поделать. Я родился 9 июня 1998 года. Другими словами, моему телу уже 19 лет. Есть, я еще жив и не помер. Ну а на этом все. Пиши свои странные факты в комментариях. Также ставь лайк и подписывайся на канал, нажимай колокольчик. Также я создал 2-й канал для любителей Майнкрафта и игр. Ссылочка будет в описании. Подписывайся, там регулярно будут выходить ролики. Че у меня с волосней? Ладно, уже не важно. Основной канал я не заброшу. Ролики тут также будут выходить, как и выходили раньше. Так что не стыкуйте. Ну а на этом все, с вами был Фрид, всем удачи, всем пока!